Закончилась работа выездной бригады в Тегильском муниципальном районе. Всего за время работы было посещено 7 населенных пунктов и 2 оленеводческих звена. Бригада осмотрела и оказала свыше 7000 услуг. Всего услугами бригады воспользовалось более 1000 человек. Сейчас у нас выездная бригада работает в Соболевском районе. По плану у нас 3 муниципальных образования. И уже в начале июня выездная бригада вернется.